Вы смотрите дневной выпуск новостей на телеканале «Краснодар» в студии Милана Урусова. Здравствуйте! О самых важных и интересных событиях в краевой столице расскажу прямо сейчас. И вот что вы увидите далее. В открытом доступе, где школьники и их родители без труда смогут найти информацию о безопасности в период пандемии и об организации горячего питания. В эфире «Главный городской». Наш телеканал можно поздравить с новой наградой, какой расскажу через пару минут. Обратно в СССР. Тематическая и запоминающаяся экскурсия пройдет в краевой столице уже в это воскресенье. Подробнее в нашем эфире. Хочется начать выпуск с приятной новости. С водой справились. Накануне сильный дождь в Краснодаре стал причиной подтопления сразу в нескольких районах города, например, Пашковского и Комсомольского микрорайона. От жителей этих районов поступило больше всего жалоб на искусственные водоемы. Всего краснодарцы направили более 20 заявок на откачку воды из проезжих частей улиц. Последствия дождя устраняли 22 единицы специализированной техники и 9 мотопомп городской службы спасения. В настоящее время работа продолжается еще по 5 адресам. Однако личный и общественный транспорт уже движется без затруднений. Улицы кубанской столицы высохли после дождя, а вот в крае объявлено новое экстренное предупреждение. Ливень, град, грозы – все это сегодня с грохотом прокатится по Кубани. А вот краевой центр стихия обойдет стороной. Дождь у нас есть и будет в течение дня, но только кратковременный. Температура воздуха снова превысит отметку в 25 градусов. Изнурительная жара спала, но лето, кажется, не готово уступать свои права золотой осени. Что ж, это приятный бонус для краснодарцев. Насладимся уже не таким палящим остатком лета в сентябре и будем с нетерпением ждать такой же ласковой осени. Теперь еще об одной важной теме – выборы. В эти дни полным ходом в Краснодаре идет досрочное муниципальное голосование. В этом году у нас уже был опыт досрочного голосования за поправки в Конституцию. Этот опыт помогает избирательной комиссии и на очередных выборах. Голосование будет происходить как в помещениях для голосования, так и на придомовых территориях. Это та схема, которая использовалась при проведении голосования по поправкам в Конституцию. Безусловно, опыт помогает. Во-первых, наши все участковые избирательные комиссии находятся в полной готовности еще с момента проведения голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас это все плавно перетекло в новую избирательную кампанию. В этом году для безопасности жителей краевой столицы мы будем голосовать 3 дня для того, чтобы всем, кто не безразличен к будущему нашего края и города, было комфортно на участках и, что немаловажно, безопасно. Еще немного о безопасности, но теперь относительно детей. Есть вопросы, будут и ответы. На сайтах учебных заведений Кубани появятся разделы с актуальной информацией о безопасности в период пандемии и об организации горячего питания. Адаптироваться к новой реальности в ней было непросто. Но школы и детские сады стараются наладить работу. Разработаны графики обеззараживания помещений. Увеличено число сотрудников с бесконтактными термометрами. Растерянными в сложившейся ситуации оказались больше всего родители. Ряд вопросов возникает из-за низкой информированности родителей о проводимой работе. На сайтах школ должны появиться соответствующие разделы, причем не только о безопасности во время пандемии, но и организации горячего питания. Помимо безопасности, в ближайшее время предстоит разобраться в вопросе дополнительных федеральных и краевых выплат классным руководителям. Напомним, с нового учебного года по решению президента Российской Федерации Владимира Путина они будут получать доплату в размере 5000 рублей. Ранее выплачивалась только краевая выплата. С 1 января 2020 года по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева она была увеличена до 4000 рублей. Таким образом, общий размер надбавки за классное руководство достигает 9000 рублей. Анна Минькова поручила в ближайшее время довести средства до учреждений и до конца сентября начислить выплаты классным руководителям единым платежом. При этом необходимо довести информацию о выплатах до каждого преподавателя. К другим темам. Болезнь лучше предотвратить, с этим утверждением согласны и врачи, и жители нашего региона. Прививки от гриппа сделали уже более 2000 кубанцев. В край доставлено 800 тысяч доз отечественной вакцины. Всего в планах привить около 60% населения. Замечу, что в этом году вакцинация началась раньше, ведь грипп может повлечь за собой осложнения. Напомню, привиться можно как в своей поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой для этого обязательно нужно взять паспорт. Подобные пункты работают не только в кубанской столице, но и в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Вакцины много, хватит всем желающим. Ну а тем, кто обходит прививки стороной, лучше потом не жаловаться на недомогание и температуру.
Лечат в краевой столице не только ее жители, но и дорожные артерии. В Краснодаре продолжают восстанавливать изношенные автомобильные дороги. Только за последние 3 недели ямочный ремонт сделали на площади более 300 квадратных метров. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Асфальт восстановили на 7 участках улиц. Всего с начала 2020 года такие работы выполнили на 292 участках дорог общей площадью около 64 тысяч квадратных метров. Следить за ходом работ можно при помощи сайта департамента транспорта и дорожного хозяйства. В специальном разделе размещается информация об уже выполненном ямочном ремонте дорог Краснодара. В тройке лучших работу нашего телеканала оценили на уровне страны. Во всероссийском конкурсе «Медиабренд» промо-ролик к программе «Неделя в Краснодаре» занял 3-е место. Результаты обнародовали организаторы 8-го конкурса в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. Наш канал стал единственным представителем Краснодарского края, занявшим место в списке призеров и победителей этого конкурса. Лучше наших оказались только материалы «Югры» и «Кино ТВ». И немного об изменениях в краснодарской премьере. Творческое объединение возглавил новый художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Львов-Белов. Уроженец Пензы в нашем городе работает уже на протяжении 6 лет. В 2014-м его пригласили в Краснодарский музыкальный театр, где он работал в должности директора, художественного руководителя, а затем возглавил службу маркетинга КТУ «Премьера». Более 20 лет после окончания музыкального училища имени Гнесиных Алексей преподавал в Пензенском училище культуры и искусств, воспитал много молодых талантливых музыкантов, организовывал знаковые культурные проекты, а как музыкант и вовсе выступал на одной сцене с мэтрами джаза. Надеемся, что новая страница в биографии Львова Белова станет для премьеры отправной точкой к невероятному успеху и всемирному признанию наших артистов. Обратно в СССР или уроки истории в реальном времени. В день 83-летия со дня образования Краснодарского края в кубанской столице пройдет тематическая экскурсия. Туристский информационный центр проведет 2-часовую прогулку по знаковым городским территориям и зданиям. Гости и жители Краснодара узнают, как шло становление края с момента его образования. Для некоторых перестанет быть тайной, как в нашем регионе развивались, например, торговая, промышленная и строительная отрасли, а также культура, образование и сельское хозяйство. Программа «Обратно в СССР» для всех тех, кто желает окунуться в атмосферу советского времени, как раннего советского периода, когда только зарождалось все самое интересное, как этот процесс расцветал впоследствии, обязательно вы узнаете. Ну и то, что осталось в нашем городе, как напоминание о советском периоде, о здании, интересных проектов, очень много, о которых есть что рассказать. И мы будем стараться, чтобы эта программа была интересна всем. Все счастливчики, кто попадет на пешую экскурсию, собираются в это воскресенье в 10 утра возле здания Краснодарской филармонии по улице Красной, 55. Продолжительность программы 2 часа. Все группе выдадут защитные маски. На протяжении прогулки будет соблюдаться социальная дистанция, так что санитарные требования Роспотребнадзора будут выполнены. Кстати, максимальное количество участников не должно превышать 35 человек. Записаться на экскурсию и узнать все подробности можно по телефону. Краснодар не только культурный, но и спортивный. 8 туров позади, пора выбрать лучшего игрока. Женский футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте проводит голосование именно на эту тему. Продлится оно до 20 сентября. Итоги будут подведены сразу по завершении опроса. Отмечу, что спустя сутки после начала голосования лидирующие позиции занимает Медея Жаркова, Полина Арганова и Елена Костарева. Пятерку замыкает Яна Чуп и Алена Гусева. Сейчас девушки на отдыхе, после которого они встретятся с московским «Локомотивом». Матч пройдет в конце сентября. На этом наш эфир подошел к концу. Чтобы быть в курсе того, что еще интересного происходит в краевой столице, заходите на наш сайт «ТВ Краснодар» или на страничке в социальных сетях. Мы есть во всех. Важными новостями с вами делилась Милана Урусова. Увидимся вечером на главном городском.